أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В своей прошлой пятничной проповеди я рассказывал еще об одном участнике битвы при Бадре, Хазрате Биляле, да будет доволен им Аллах. Сегодня я продолжу повествование о нем. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: когда мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращались с битвы при Хайбаре, мы продвигались ночью. Мы делали остановку, когда засыпали. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Билялу, сказал: «Сегодня ты должен сохранить для нас время молитвы». То есть это значит, что он должен был разбудить их ко времени молитвы Фаджр. Далее Хазрат Абу Хурайра сказал: после этого Хазрат Билял совершал дополнительные молитвы, насколько ему хватало сил для этого. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и другие сподвижники в это время спали, а когда приблизилось время намаза фаджр, Хазрат Билял, повернувшись в сторону восхода солнца, сел, прислонившись к своей лежачей верблюдице, и внезапно его охватил сон. Ни Хазрат Билял, ни другой сподвижник так и не проснулись до восхода солнца. Первым проснулся посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он взволнованно крикнул: «О, Билял! О, Билял!» Хазрат Билял ответил: «Я слушаю вас, о посланник Аллаха. Пусть мои родители станут жертвой за вас. Мою душу охватила та же сущность, что и вашу, то есть меня охватил сон». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел нам отправляться в путь. Пройдя некоторое расстояние, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел остановиться и совершить малое омовение. Затем он велел Хазрату Билялу произвести икамат, после чего посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возглавил утренний намаз. В это время солнце уже взошло, и после намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то забудет совершить намаз, пусть он совершит его, как только вспомнит, поскольку Всевышний Аллах изрек: «Совершайте намаз ради моего поминания». В день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел внутрь Каабы, вместе с ним был Хазрат Билял. Хазрат ибн Умар повествует: в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку и позвал к себе Хазрата Усмана бин Талху, который открыл ему двери. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Билял, Хазрат Усама бин Зейд и Хазрат Усман бин Талха, да будет доволен ими Аллах, вошли внутрь Каабы.
закрыв за собой двери. Они вышли оттуда, пробыв там некоторое время. После того, как они вышли, я в спешке подошел к хазрату Билялу и спросил его, что они там делали. Хазрат Билял сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил намаз внутри Каабы. Я спросил его, в каком месте он совершал намаз. Он ответил, что между колоннами. Я забыл спросить его, сколько ракатов намаза совершил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого Хазрат Билял рассказывал и другим людям, в каком месте посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз. Хазрат ибн Абу Мулейка повествует. В день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Хазрату Билялу провозгласить азан с крыши Каабы. Хазрат Билял взобрался на крышу Каабы и провозгласил азан. Хазрат второй халиф обетованного Мессии, вспоминая события о Хазрате Биляле в день победы над Меккой, сказал: «Хазрат Аббас, да будет доволен им Аллах, привел Абу Суфьяна к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Увидев его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Плохо твое дело. Разве ты и теперь не понял, что Бог един?» Абу Суфьян ответил: «Да, теперь я убежден, что Бог един, но если бы был еще один Бог, то Он помог бы нам справиться с тобой». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Плохо твое дело. Разве ты еще не понял, что я являюсь посланником Аллаха?» На что Абу Суфьян ответил: «Пока я не убежден в этом». Хазрат Аббас, обратившись к нему, сказал: «О несчастный, принеси свой обет верности, и тогда твоя жизнь и жизнь твоего народа будет спасена». После этого он согласился и принес формальный обет верности, однако в то время он не сделал это от чистого сердца. Но позднее он все-таки стал истинным мусульманином. После принесения им обета верности, Хазрат Аббас сказал ему: «Проси за свой народ, иначе сегодня он будет уничтожен». Сердца мухаджиров опасались, что если сегодня будет уничтожена честь Мекки, то она уже больше не сохранится. Поэтому они молились за примирение, несмотря на то, что здесь они подвергались жестоким мучениям. Ансары в это время пылали большой страстью. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Абу Суфьяну, сказал: «Проси, что хочешь». Абу Суфьян сказал: «О посланник Аллаха, ты милосерден и добр. Разве ты окажешь милость своему народу? Кроме того, я являюсь твоим родственником. Поскольку я теперь стал мусульманином, то и мне должна быть оказана честь». На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Возвращайся в Мекку и объяви, что будет спасен тот, кто укроется в доме Абу Суфьяна». Абу Суфьян спросил: «О посланник Аллаха, мой дом не вместит весь город». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, тот, кто войдет в Каабу, тоже спасется». Абу Суфьян сказал: «О посланник Аллаха, но ведь людей еще больше». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Также спасутся и те, кто сложит свое оружие». Абу Суфьян сказал: «Люди все равно останутся». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, те, кто закроют за собой двери своих домов, тоже спасутся». Абу Суфьян сказал: «О посланник Аллаха, ведь есть и бездомные люди, и они могут погибнуть». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо», и велел подготовить знамя для Хазрата Биляла. Был один сподвижник по имени Аби Рувайха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Биляла в Медине. В то время Хазрата Биляла не было рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он по какому-то разумному решению передал знамя Хазрату Аби Рувайхе. При этом он сказал ему:
«Это знамя Биляла, подними его на площади и объяви, что будет спасен тот, кто встанет под знамя Биляла». Абу Суфьян сказал: «Этого достаточно, теперь Мекка будет спасена». После этого он попросил разрешения вернуться, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ему свое разрешение. Вождь сам сложил оружие и с волнением вошел в Мекку. Там он объявил: «О люди, закрывайте двери своих домов, сложите оружие, укройтесь внутри Кабы, становитесь под знамя Биляла». Услышав об этом, люди стали закрывать двери своих домов, некоторые из них укрылись внутри Кабы, другие сложили свое оружие вне своих домов. В это время войско ислама вошло в Мекку. Знамя Биляла было поднято, и люди встали под ним. Поднятие знамени Биляла было самым великим событием того времени. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел изготовить знамя Биляла, и при этом он сказал, что будут спасены те, кто встанет под это знамя. Несмотря на то, что посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был вождем, его знамя не было поднято. После посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, больше всех жертв принес Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Однако и его знамя не было поднято. После Хазрата Абу Бакра мусульманином стал вождь Мекки Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. И его знамя тоже не было поднято. Следующим был достопочтимый Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах. И в дополнение к этому он был зятем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И его знамя тоже не было поднято. Затем был Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, который был двоюродным братом и зятем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако и его знамя тоже не было поднято. Затем был и Хазрат Абдур-Рахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, про которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что пока он жив, среди мусульман не будет разногласий. Однако и его знамя тоже не было поднято. Затем следует Ибн Аббас, дядя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который иногда возражал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но он не обижался на него. Его знамя тоже не было поднято. Кроме них были и другие вожди, например, Халид бин Валид, да будет доволен им Аллах, был вождем и сыном вождя. Амар бин Аас тоже был сыном вождя. Кроме них были и другие дети крупных вождей. Однако знамя ни одного из них так и не было поднято. Было поднято только знамя Хазрата Биляла. Какова была причина этого? Причина состояла в том, что когда они прибыли в Мекку, Хазрат Абу Бакр знал, что те, кого они будут убивать, являются их родственниками. Он не сказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он уже забыл те притеснения, которым он ранее подвергался. Хотя Хазрат Умар говорил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убить этих неверных, но когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил их, Хазрат Умар в душе был рад тому, что его братья и родственники были прощены. Точно так же и Хазрат Усман, и Хазрат Али были рады, что их родственники прощены. Они думали, ну и что из того, что их родственники раньше притесняли их? Даже посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время их прощения думал о том, что он прощает своих дядей, братьев, зятя и близких родственников. Он считал, что если он их простит, то будет хорошо, поскольку они являются его родственниками. Среди них был только один человек, который не имел родственников в Мекке, и он не имел в Мекке никакой силы и соратников. Он пребывал в таком беспомощном состоянии и подвергся таким жестокостям, которым не подвергались ни Хазрат Абу Бакр, ни Хазрат Али, ни Хазрат Усман, ни Хазрат Умар и даже не сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В своей прошлой пятничной проповеди я приводил повествование, в котором упоминалось о том, что Хазрат Абу Бакр и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были спасены от притеснений из-за своих родственников. Тогда я разъяснил, что и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр также подвергались притеснениям.
Здесь Хазрат Обетованный Реформатор не говорит о том, что они не были подвергнуты притеснению. Напротив, он говорит о том, что никто из них не подвергался такому притеснению, которому подвергался Хазрат Белял. Далее Хазрат Обетованный Реформатор сказал, каким жестокостям он подвергался. Его клали голой спиной на раскаленный песок. В мае и июне невозможно ходить босиком, а его же клали голой спиной на раскаленный песок. Молодые люди прыгали на его груди в обуви с шипами и заставляли его говорить, что есть Бог помимо Аллаха, и Мухаммад является лжецом. Однако он на своем эфиопском языке лишь повторял «Асхаду алля илляха илляллах», то есть «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». На их жестокость он отвечал, «Как я могу говорить, что есть другой Бог, если я убежден в том, что существует только один единый Бог? Как я могу сказать, что Мухаммад лжец, если я убежден в том, что он истинный посланник Бога?» В ответ они вновь избивали его. В самые жаркие месяцы они подвергали его истязаниям таким образом. А зимой они связывали его ноги веревками и волочили его по каменным улицам Мекки. Из-за этого с него сдиралась кожа. И они заставляли его говорить, что Мухаммад лжец и что есть Бог помимо Аллаха. Однако в ответ он лишь повторял те же слова «Асхаду аля илляха илляллах». А когда десятитысячное войско мусульман вошло в Мекку, в сердце Хазрата Беляла возникли мысли отомстить за то, что они прыгали на его груди в обуви с шипами, и он думал, что сегодня он отомстит им за жестокие избиения. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о том, что будут прощены те, кто укроется в доме Абу Суфьяна, кто укроется в Каабе, кто сложит свое оружие, и те, кто закроет двери своих домов. В это время в сердце Хазрата Беляла, возможно, возникли мысли о том, что посланник Аллаха прощает всех своих братьев, и что это хорошо, но его месть останется неисполненной. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знал, что его прощение может обидеть только одного человека, и им является Белял, ведь тех, кого он прощает, не являются его братьями. Напротив, это те, кто подвергал его жестоким истязаниям. Они больше всех подвергали его мучениям. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, думал отомстить за это, и он решил отомстить так, чтобы честь его пророчества сохранилась навечно. Сердце Хазрата Беляла тоже возрадовалось, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел поднять знамя Хазрата Беляла и сказал, «Объявите всем тем вождям Мекки, которые прыгали на его груди в обуви с шипами, и тем, кто, связав его ноги, волочили его по улицам Мекки, и тем, кто клал его на раскаленный песок, пусть встанут под знамя Беляла, если они желают спасти себя, своих жен и детей». Я считаю, что со дня сотворения мира ни один человек в то время, когда он обретал власть и имел право отомстить за кровь, не совершал такой великой мести. Когда на площади Мекки было поднято знамя Беляла, вожди Мекки, которые топтали его ногами и заставляли его говорить, что посланник Аллаха является лжецом, когда ситуация изменилась, они, держа за руки своих жен и детей, привели их под знамя Хазрата Беляла, чтобы спастись. В этот момент сердце и душа Хазрата Беляла, видя эту картину, приносили себя в жертву за посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Возможно, что Хазрат Белял не знал, станет ли это его отомщением за все истязания, которым он подвергся, или нет. Однако отомщение уже случилось. Он своими глазами увидел, как те, кто прыгал на его груди в обуви с шипами, сегодня склонили свои головы к его обуви.
Эта месть была лучше и великолепнее, чем месть Хазрата Юсуфа, мир ему, своим братьям, поскольку он простил своих братьев только лишь ради своего отца. Те, кого он простил, были его братьями, а тот, ради кого он простил их, был его отцом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил своих дядей и братьев ради обуви одного из своих слуг. Месть Хазрата Юсуфа, мир ему, не может сравниться с этой местью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Этот отрывок я взял из книги Хазрата Обетованного Реформатора «Сарай Рухани. Духовное путешествие». Вкратце об этом событии он упомянул и в книге «Дибача Тафсируль Куран. Введение в Священный Куран». Я говорю об этом лишь с той целью, потому что некоторые люди пишут, что существует разница в описании этих событий в разных изречениях и книгах. Что касается этих двух событий, то они отличаются только тем, что в одних из них об этом рассказано коротко, а в других подробно. Некоторые люди начинают искать тонкие моменты отличия, как в самих событиях, так и в повествованиях о них. Как бы то ни было, итог их был один и тот же. Одним словом, я сейчас представлю вашему вниманию его собственные слова. Хазрат Обетованный Реформатор написал: «Затем Абу Суфьян задал вопрос пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если жители Мекки не обнажат мечей, будут ли они тогда прощены?» Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мир будет любому, кто укроется в доме Абу Суфьяна». Но, о пророк Аллаха, вмешался в разговор Аббас, Абу Суфьян очень беспокоится за себя. Он хочет знать, будут ли жители Мекки почитать его звание и положение. «Очень хорошо», — сказал пророк. «Мир будет любому, кто укроется в доме Абу Суфьяна. Кто бы ни вошел в святую мечеть, мир ему. Мир тем, кто сложит оружие. Мир тем, кто закроет двери и останется дома. Мир тем, кто остановится в доме Хакима бин Хизама». Сказав это, он позвал Абу Рувайху и вручил ему знамя ислама. Абу Рувайха вступил в братский союз с Белялом, черным рабом. Вручая знамя, пророк сказал: «Мир любому, кто стоит под этим знаменем». Он также приказал Белялу идти перед Абу Рувайхой и объявлять всем о мире под знаменем, которое держит Абу Рувайха. План был переисполнен мудрости. Когда мусульман преследовали в Мекке, Беляла протащили по улицам за веревки, привязанные к его ногам. Мекка не оставляла в покое Беляла, причиняя ему только боль, унижение и позор. Должно быть, Белялу хотелось отомстить в этот день избавления от мук, поэтому необходимо было позволить ему отомстить за бесчеловечные жестокости, которые он перенес в Мекке. Но это не должно было выходить за установленные исламом границы. Поэтому пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не позволил Белялу обнажить меч и убить своих бывших гонителей. Это не соответствовало бы учению ислама. Вместо этого пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним, вручил знамя ислама брату Беляла и поручил Белялу предлагать мир всем своим бывшим гонителям, стоя под знаменем, которое нес его брат. В таком отомщении была красота и притягательность. Представим себе, как Белял идет перед своим братом, несущим знамя, и призывает своих врагов к миру. В нем уже нет жажды отомщения. Она, должно быть, исчезла все больше и больше по мере того, как он приближался к мекканцам и призывал их заключить мир под знаменем, которое высоко держал его брат. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор, вспоминая терпение и состояние Хазрата Беляла во время победы над Меккой, писал: «В Мекке Хазрата Беляла подвергали жестоким мучениям.
Но знаете ли вы, какую честь оказал ему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время победы над Меккой? В Мекке вожди прыгали на груди слуги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Известно ли вам, как отомстил за это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? В день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил Хазрату Билялу знамя и объявил: «О вожди Мекки, если вы желаете спасти свои жизни, вставайте под знамя Биляла. Поистине, это тот Билял, на груди которого прыгали вожди Мекки». Относительно него посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что если мекканцы хотят спастись, то у них есть один выход – стать рабами Биляла. Билял был рабом, и в этот момент он стал вождем. Одним словом, итог был одним и тем же, независимо от того, нес ли знамя его брат, и находился ли он рядом с ним, или он сам нес это знамя. С незначительными отличиями повествуется об одном и том же событии, и итог его один и тот же. Хазрат Абдулла бин Умар повествует: «В дни праздника один человек, держа в руках копье, ходил перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и этим человеком был Хазрат Билял. Мухаммад бин Умар повествует, что Хазрат Билял на праздничной площади стоял перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воткнув копье в землю. В те времена праздничную молитву совершали на открытой площади. Повествуется, что король Абиссинии, Негус, отправил в подарок посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 3 копья. Одно копье посланник Аллаха оставил себе, второе отдал Хазрату Али бин Аби Талибу, а третье он отдал Хазрату Умару бин Хаттабу. Копье, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил себе, в праздничные дни было в руках Хазрата Биляла, который, держа его в руках, ходил перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем, стоя перед ним, он втыкал его в землю. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз, повернувшись лицом в его направлении. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Билял ходил с этим копьем перед Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Повествуется, как Хазрат Билял пришел к Хазрату Абу Бакру и сказал: «О, халиф пророка! Я слышал из уст посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, слова о том, что самым лучшим деянием верующего является джихад на пути Аллаха. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил его: «Чего ты желаешь?» Хазрат Билял ответил: «Я желаю, чтобы вы отправили меня на джихад на пути Аллаха, и чтобы я погиб там». Хазрат Абу Бакр ответил ему: «Во имя Всевышнего Аллаха я напомню тебе о своей чести и своих правах. Я уже стар и слаб. Время моей смерти уже близко, поэтому будь рядом со мной». Таким образом, Хазрат Билял вплоть до смерти Хазрата Абу Бакра находился рядом с ним. После смерти Хазрата Абу Бакра, Хазрат Билял пришел к Хазрату Умару и повторил свою просьбу. Хазрат Умар ответил ему, подобно Хазрату Абу Бакру. Однако Хазрат Билял не согласился с ним и настаивал на том, чтобы отправиться на джихад. Хазрат Умар спросил его: «Кому поручить провозглашение азана после тебя?» Хазрат Билял ответил: «Поручите это дело Хазрату Сааду, поскольку и он провозглашал азан во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Таким образом, Хазрат Умар поручил обязанность провозглашения азана Хазрату Сааду и после него его детям. По настоянию Хазрата Биляла он отправил его на джихад.
В одном из повествований передается диалог хазрата Биляла с хазратом Абу-Бакром относительно провозглашения азана. Муса бин Мухаммад со слов своего отца повествует: «В день смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до его похорон, хазрат Билял провозгласил азан. Когда он провозглашал слова «Ашхаду анна Мухаммаду Расулюллах», все люди в мечети плакали навзрыд. После погребения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хазрат Абу-Бакр повелел хазрату Билялу провозгласить азан. В ответ хазрат Билял сказал: «Если вы освободите меня ради того, чтобы я находился рядом с вами, то нет другого пути, кроме ваших повелений. Но если вы освободите меня ради Аллаха, то оставьте меня свободным, ради чего вы и освободили меня». Хазрат Абу-Бакр говорил ему, что он освободил его ради Аллаха. Хазрат Билял сказал, что перестанет провозглашать азан после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абу-Бакр сказал ему: «Поступай, как хочешь». И после этого хазрат Билял жил в Медине. В период халифата хазрата Умара, когда его войско отправилось в Сирию, он отправился туда вместе с ним. В книге «Усудуль Габа» повествуется: хазрат Билял, обращаясь к хазрату Абу-Бакру, сказал: «Если вы освободили меня ради себя, то вы можете удержать меня рядом с собой. Но если вы освободили меня ради Аллаха, то отправьте меня на джихад на пути Аллаха». И хазрат Абу-Бакр дал ему свое разрешение поехать на джихад. Он уехал в Сирию и находился там до самой своей смерти. Однако в большинстве повествований говорится о том, что он уехал не в период халифата хазрата Абу-Бакра, а в период хазрата Умара. Также в одном из повествований говорится о том, что он провозглашал азан после смерти посланника Аллаха в период халифата хазрата Абу-Бакра. Повествуется, как однажды хазрату Билялу приснился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в этом сне посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к нему, сказал: «О Билял! Какое это бессердечие! Разве для тебя не наступило время навестить меня?» После этого сна хазрат Билял проснулся в печальном состоянии. В то время он находился в Сирии, и после этого сна он верхом отправился в Медину. Прибыв в Медину, стоя возле могилы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сильно рыдал, и его тело содрогалось от рыданий. В это время туда подошли хазрат Хасан и хазрат Хусейн, да будет доволен имя Аллах. И хазрат Билял обнял и поцеловал их. Они оба попросили его провозгласить азан на утренний намаз, и по их просьбе хазрат Билял поднялся на крышу мечети и провозгласил азан. Когда он провозглашал слова «Аллаху Акбар», согласно словам повествующего, сотряслась вся Медина. Когда он провозгласил слова «Ашхаду алля илляха илляллах», всех людей бросило в дрожь, и все они сразу проснулись. Когда он произнес слова «Ашхаду анна Мухаммаду Расулюллах», все женщины вышли из своих покоев. Далее повествующий говорит, что не видел больше такого дня, когда так сильно плакали и женщины, и мужчины. Все сразу вспомнили период посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и азан в его время, и все люди погрузились в печаль. В период халифата хазрата Умара хазрат Билял пришел к нему, чтобы получить его разрешение отправиться на джихад. Хазрат Умар спросил его, что мешает ему провозглашать азан. Хазрат Билял ответил: «Я провозглашал азан согласно повелению посланника Аллаха. После его смерти я провозглашал азан по повелению хазрата Абу-Бакра, поскольку он был хранителем моего блага. И я делал это до его смерти. Я слышал из уст посланника Аллаха, что ни одно богослужение не может сравниться с джихадом на пути Аллаха». Таким образом, он отправился в Сирию. Когда хазрат Умар прибыл в Сирию, хазрат Билял провозгласил тамазан по его просьбе. Повествующий рассказал, что до этого они никогда не видели такого его плача. Хазрат второй халиф обетованного Мессии, вспоминая последний период его жизни, сказал: «В конце своей жизни хазрат Билял уехал в Сирию.
Здесь нужно напомнить, что никто в Сирии не хотел выдавать за него замуж своих женщин. Я уже говорил, что он был неоднократно женат, но здесь речь идет о Сирии, где никто не хотел выдавать за него замуж своих женщин. Однако также повествуется и о том, что в период посланника Аллаха он был женат неоднократно. Далее Хазрат Абитаванный Реформатор повествует. В одном месте в Сирии он просил связать его брачными узами, но при этом он предупреждал, что он чернокожий, и добавлял к своим словам, что если они не хотят, то пусть не соглашаются. Но при этом он говорил, что они окажут ему большую любезность, если согласятся связать с ним брачные узы, считая его сподвижником посланника Аллаха. Таким образом, они согласились и заключили с ним брак. Так он остался в Сирии. До этого он также был неоднократно женат. Его первые жены умерли, либо не согласились поехать с ним в Сирию, либо он хотел жениться в Сирии. Здесь нужно было разъяснить, что до этого он был женат. Хотя Хазрат Абитаванный Реформатор написал, что в Сирии никто не хотел устанавливать с ним родственные связи, Аллах больше знает, в каком контексте он написал об этом. Одним словом, он женился и остался жить в Сирии. Здесь была приведена дополнительная информация о его женитьбе. Главным и важным является повествование Хазрата Абитаванного Реформатора о его сне. Хазрат Абитаванный Реформатор написал, «Однажды ему приснился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во сне он сказал ему, «Билял, ты забыл меня и не навещаешь мою могилу». Он проснулся и отправился в Медину. Прибыв в Медину, он молился на могиле пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сильными рыданиями. Он рыдал так сильно, что все вокруг узнали о его прибытии. Хазрат Хасан и Хазрат Хусейн к этому времени уже выросли, и они прибежали к нему и спросили, «Вы провозглашали азан во времена посланника Аллаха?» Он ответил, «Да». И тогда они попросили его провозгласить азан, и он провозгласил его по их просьбе. Хазрат Умар в период своего халифата открыл в Сирии бухгалтерскую книгу для выдачи жалования. В этой книге все было подробно расписано. Хазрат Билял тоже отправился в Сирию и жил там вместе с мухаджирами. Хазрат Умар спросил Хазрата Биляла, кому вручить отчет о его жаловании. Он ответил, «Вручите его Абу Рувайхе, поскольку он является моим побратимом». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал нас побратимами. Есть еще одно событие о правдивости Хазрата Биляла. Амар бин Маймун со слов своего отца повествует. Братья Хазрата Биляла относили себя к арабам и считали себя одними из них. Один из его братьев попросил руки одной арабской женщины, и ему ответили, что если придет Билял, они выдадут замуж за него свою женщину. Хазрат Билял пришел, прочитал ташахуд и сказал, «Я Билял бин Рибах, и это мой брат. Он хороший человек, как в нравственности, так и в религии. Если вы желаете, то выдайте свою женщину замуж за него, а если нет, то можете не делать этого». Так они согласились создать родственную связь с его братом. Зейд бин Аслам повествует, «Люди из племени Бану Абу Букейр пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и попросили его выдать свою сестру замуж за некого человека. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, что они думают насчет Хазрата Биляла. Затем они еще раз пришли к нему и опять попросили его выдать их сестру замуж за некоего человека». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, снова спросил их о том, что они думают насчет Биляла, и они ушли, не ответив. Затем они пришли в третий раз и вновь повторили свою просьбу, и на этот раз посланник Аллаха задал им тот же вопрос о человеке из обитателей рая.
В итоге они согласились и выдали свою женщину за Хазрата Биляла. Выше я привел одну цитату из писания Хазрата обетованного реформатора, в которой говорилось о том, что Хазрат Билял не был женат. Однако он был женат неоднократно. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Однажды, в период халифата Хазрата Умара, к нему пришли Абу Суфьян и другие вожди, принявшие ислам после победы над Меккой. Случайно, в это же время, к нему пришли Хазрат Билял, Амар, Сухейб и другие. Раньше они были рабами и бедными людьми. Тем не менее, они были одними из первых, кто принял ислам. Когда Хазрат Умару доложили об их прибытии, он принял их прежде этих вождей. Абу Суфьян, у которого еще изжились привычки времен невежества, увидев эту картину, очень разгневался и сказал: «Разве мы должны быть так опозорены? Мы еще ожидаем, а эти рабы уже удостоились встречи». Сухейль ответил ему: «А кто виноват в этом? Мухаммад призывал всех нас к Богу, и они сразу откликнулись на его зов. Мы же остались позади. А теперь кто должен был обрести честь, мы или они?» Хазрат обетованный реформатор, вспоминая это событие и высокий статус Хазрата Биляла, в одном месте написал: «Однажды Хазрат Умар в период своего халифата прибыл в Мекку. К нему навстречу один за другим стали приходить бывшие рабы, которых люди таскали за волосы. Это был праздничный день. До прибытия этих бывших рабов его пришли навестить дети крупных вождей. Как только они вошли, пришел Хазрат Билял. Это был тот Билял, который был бывшим рабом. Люди избивали его и обнаженным волочили по острым камням. На его грудь клали тяжелые камни и заставляли его говорить, что он поклоняется идолам Лату и Уззи. Но он повторял только слова «Ашхаду алля илляха илляллах». Увидев его, Хазрат Умар повелел вождям уступить ему место. Спустя некоторое время пришел еще один сподвижник из бывших рабов, и Хазрат Умар повелел вождям уступить место и ему. Затем пришел еще один сподвижник из бывших рабов, Хазрат Умар снова повелел вождям уступить ему место. Всевышний Аллах желал опозорить их этим, вслед за ними пришли еще люди из бывших рабов. В общем, их было 8 или 10 человек, и каждый раз Хазрат Умар велел вождям уступить им место. В те времена не было больших залов, были маленькие комнаты, где могло вместиться мало людей. Так эта комната наполнилась сподвижниками из бывших рабов, а вожди были вынуждены пересесть подальше к порогу. Вытерпеть такой позор им уже было не под силу. Они встали и вышли наружу. Обращаясь к друг другу, они стали говорить, что сегодня их опозорили. Они говорили, что их бывшие рабы удостоились почета, в то время как они были вынуждены уступить им. Они роптали, что постепенно им пришлось ожидать аудиенции у порога. Они говорили, что опозорились в глазах людей, а один разумный человек из них сказал: «Да, сегодня мы опозорились, но кто в этом виноват? В то время как наши отцы и братья избивали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его преследователей, эти рабы жертвовали собой за него. Сегодня царствует власть Мухаммада. Поэтому сами подумайте, кто должен был обрести честь, уважение и почет? Те, кто избивал, или те, кто жертвовал свою жизнь ради ислама? Если они должны были обрести честь, то вам не стоит жаловаться.
это итог деяний ваших предков, что к вам отнеслись не так, как к этим бывшим рабам. В итоге они поняли истину благодаря словам этого разумного человека. Однако возникает вопрос, существует ли исцеление от такого позора? Несомненно, в этом виноваты только наши предки. Существует ли исцеление, которое сотрет пятно позора с наших лбов? Таким образом, они решили спросить об этом у хазрата Умара. Когда они вновь пришли к нему, этих сподвижников там уже не было. Они сказали, что на сегодняшнем собрании они были обижены и пришли посоветоваться относительно этого. Хазрат Умар сказал им, «Не обижайтесь, эти люди были сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он всегда сажал их рядом с собой, поэтому и я был обязан усадить их рядом с собой. Несомненно, вы обиделись на меня из-за моего поступка, однако я был обязан поступить так». Они сказали, «Мы уже поняли, что вы были обязаны так поступить, и теперь мы хотим узнать, существует ли исцеление от этого позора. Существует ли вода, которая смоет с нас это пятно?» Хазрат Умар, который видел величие, власть и страх перед их предками, услышав их слова, не смог сдержаться, и из его глаз полились слезы. Он подумал о том, где теперь оказались эти люди из-за своих грехов. Его охватила дрожь, и он не смог ответить им, указав своей рукой в сторону Сирии, где мусульманская армия воевала против кесаря. Это означало, что пятно позора можно было стереть, приняв участие в этой войне. Они тут же встали и отправились верхом на верблюдицах в сторону Сирии. Из истории известно, что ни один из них не вернулся оттуда живым. Таким образом, они стерли это пятно позора своей кровью, то пятно, которое оставили на их лбах поступки их предков. Одним словом, чтобы обрести статус, необходимо чем-то жертвовать. Красота учения ислама состоит в том, что высокий статус обретают те, кто приносил себя в жертву и проявлял преданность с самого начала, несмотря на то, были ли они темнокожими рабами или рабами других людей. Ислам сохранил их заслуги, и каждый получает по заслугам, несмотря на то, богатый он или бедный. Каждый, кто жертвует всем и проявляет преданность, обретет честь и высокий статус. Иншаллах, в следующий раз я продолжу воспоминания о хазрате Биляле. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.